Всем доброе утро, друзья! Смотрите, что я нашел. Еще одно видео из архива. Этому видео уже примерно 8 лет. Посмотрите, какие все собаки молодые. Раньше мы очень часто встречались с друзьями и их собаками в парке, помимо выставок. Жаль, что тогда я не начал вести свой канал на YouTube. Тогда было много что снимать и выкладывать. Были выставки, красивые прогулки, рождались щенки. Я тогда об этом даже и не думал. Я хочу развить свой канал и рассказывать людям полезную информацию о собаках. Ведь есть столько всего, что люди даже не догадываются. Например, у меня на канале есть видео про зубную пасту для собак своими руками. Если чистить этой пастой собаке зубы хотя бы 2 раза в неделю, то даже к старости у собак не будет зубной налет и камень, а это все негативно сказывается на здоровье ваших собак. Поддержите меня, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Поставьте лайк этому видео и напишите комментарий, мне будет очень приятно. Задавайте любые вопросы. А я вас всех люблю и желаю всем хорошего дня.